городе Уральск Западно-Казахстанской области функционирует швейная фабрика «Диана». За сравнительно короткий срок данное предприятие добилось высоких результатов в работе. На сегодняшний день швейная фабрика является одним из динамично развивающихся цехов, где производят специальную одежду для нефтегазового комплекса и выпускают школьную форму для учащихся средних школ. Западный Казахстан всегда славился пошивом спецодежды различных изделий. Вот мы решили возродить это тоже и взяли одноименное название «Уральская швейная фабрика Диана». Вот, в дальнейшем мы хотим поднять этот бренд, можно так сказать, на новый уровень, вот, чтобы наш западный регион опять прославился не только в Казахстане, но и в ближнем зарубеже России. Грамотно проведенный мониторинг, слаженная работа группы дизайнеров и надежно налаженная взаимосвязь с производителями тканей позволяет отслеживать последние тенденции моды и внедрять разработку оригинальных моделей в установленный потребителями срок. В данный момент мы сейчас находимся в раскроенном цехе, в одном из трех швейных производственных цехов. В этом цехе производится раскрой швейных изделий. У нас идет изготовление спецодежды. Также у нас есть второй цех, это швейный цех, где производятся пошивочные процессы по изготовлению, по сборке изделий. И следом у нас идет третий цех, это упаковочный цех, где производится упаковка, маркировка. И после этого сдача на склад готовой продукции. Компания владеет развитой производственной базой и гордится взаимовыгодным сотрудничеством с крупными предприятиями региона. Успешную работу подтверждают пролонгированные долгосрочные договора, которые обеспечивают эффективность, экономичность и полную безопасность конечного потребителя. На сегодняшний день производственная мощность нашего предприятия где-то в районе 1000-1200 комплектов спецодежды в месяц. Вот, казахстанское содержание нашей спецодежды порядка 56-60%. Основная цель нашего предприятия на сегодня – это добиться полного импортозамещения по спецодежде. Вот, география поставок на сегодняшний день – это вот Актюбинск, Атырау, Актау, Астана. Мы готовы конкурировать с фабриками Казахстана и география поставок полностью на Казахстан осуществлять. Вот, с учетом того, что у нас сейчас низкая себестоимость продукции, вот, и ценообразование, соответственно, тоже способно конкурировать с импортными товарами. С первого момента основания руководство компании приняло стратегию развития, которая и по сей день остается неизменной. Здесь основной упор сосредоточен на качественном ведении бизнеса. Предприятие стремится развивать максимум возможностей в тех областях, где она обладает неоспоримым преимуществом. Сейчас мы планируем получить кредит по дорожной карте бизнеса при участии фонда «Дому», чтобы модернизировать оборудование, увеличить мощности производственные, чтобы в дальнейшем уже поставлять продукцию на экспорт и уже конкурировать не только с фабриками Казахстана, но и с фабриками России и Белоруссии. Фабрика «Диана» – это семейная компания. Здесь главная ценность – это люди. В основу формирования коллектива легли открытость, честность и взаимопомощь. Сплоченный корпоративный дух позволяет всем сотрудникам постоянно совершенствоваться и работать с удовольствием. Стоит отметить и тот факт, что благодаря открытию фабрики удалось предоставить рабочие места для людей с ограниченными возможностями. Здесь количественное соотношение лиц, страдающих инвалидностью, составляет 60%. В дальнейшем планируется предоставить 100 вакантных мест для особенных сотрудников. Я работаю на этой фабрике с самого начала, с ее основания в 2016 году. Коллектив у нас дружный. Молодым швеям мы даем наставления, подсказываем, как правильно шить. Работа мне здесь очень нравится. Надеюсь, даже после выхода на пенсию я буду продолжать здесь работать. В данный момент техническое оборудование швейного цеха составляет 40 автоматизированных машинок, которые позволяют раскроить, прошить и упаковать готовые изделия. В дальнейшем мы планируем приобрести машинки, которые автоматизируют, убыстрят процесс выхода изделий качественного. Там будут автоматически прошиваться пояса,
пришиваться автоматически. Резинки будут, закрепки будут делаться автоматически. На фабрике «Диана» выстроен и отлажен механизм контроля качества. Это обеспечивает безошибочное функционирование всех технологических цепочек. Вся продукция предприятия соответствует требованиям ГОСТ и имеет необходимые сертификаты. При производстве всей продукции, а также обеспечении комплексной защиты, фабрика применяет средства и материалы различного уровня сложности, предъявляя безусловные требования к их надежности, технологичности и безопасности. В производстве мы используем импортные ткани. Мы импортируем в основном с России. Они разные. Смесовые ткани, 100% хлопок, состав разный у ткани, плотности у ткани тоже разные, свойства защитные тоже разные, в зависимости, что требует заказчик. Там есть и масловодоотталкивающая пропитка, и нефтемасловодоотталкивающая, защита от антистатики, огнеупорные ткани у нас есть. Рабочая спецодежда – это неотъемлемый атрибут любого предприятия. Униформа способна защитить от возможного травматизма и вредного воздействия условий труда. Помимо практической нагрузки, защитная одежда несет в себе эстетическую и рекламную функцию, создавая личный и особый имидж компании. Швейная фабрика «Диана» готова предоставить профессиональное комплексное решение для создания современной спецодежды с учетом особенностей производства. Стоит отметить, что главным приоритетом отечественного товаропроизводителя является ответственность за качество и каждую единицу выпускаемой продукции.